запись пошла, сводимся. Всем привет! Сегодня я расскажу о своей машине, и если бы не эти ваши подсказки в углу, вы бы долго думали, что это. Даже несмотря на то, что я показал вам значок. Уникальную форму фар и даже боковую грань кузова. Это довольно редкая модель BMW, и я расскажу, как можно накатать по Украине 20 тысяч километров с клиренсом. Насколько у нее вместительный багажник. Это не мое. И можно ли самому купить и пригнать 16-летнюю бляху, не узнав при этом, что такое маслосъемные колпачки клапанов. Кольца поршней, цепной привод ГРМ, клапан вентиляции картерных газов, Double Vans и Вольвотроник. Это просто какой-то новый язык нужно выучить. И много чего еще из путешествий по Украине. Да, на ней можно путешествовать. Об этом всем в полном выпуске дальше.